Меня зовут Антонина, фамилия Закарченко, мне 57 лет. Рядом со мной сидит супруг Юрий Николаевич. Он мне всячески помогает. Мы познакомились на работе. Она к нам пришла на участок. Ребята обращают внимание на новеньких. Ну и мы обратили внимание. Тогда еще она видела. Видимо, мой аэродром понравился. Или ты вообще в темноте, или тут мигание. Когда мне включили очки, так я, как бы мне сказали, что я правильно угадывала, тут рук мой стоял. Я как бы правильно показала это все мигание-то. Мне не страшно было. Я давно хотела как бы видеть. Хоть, хотя бы это. Конечно, было охота бы. Я согласна бы на 1000 пикселей операцию. Он раньше цветы и дарил мне. Торт покупал. Да ты чё? Как выходной, так торт не купит. Поэтому я такой худенький.